Лактіалів – подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Пуштунов никто и ничто не может заставить отказаться от своих главных заповедей. Яркий пример этому – так называемая зона племен. Это территория возле границы с Афганистаном. Здесь находится один из немногих проходов через горы, разделяющие Южную и Центральную Азию. Веками эту землю пытались захватить самые сильные армии мира. Британцы во время колонизации, Советский Союз в Афганской войне. Пакистан пытается установить здесь свои законы на 100%, но не на всей территории это получается. До сих пор есть некоторые части так называемой зоны племен, где люди устанавливают свои правила. Пуштуны всегда стояли насмерть, защищая свои традиции и образ жизни. Только в 2018 году Пакистану удалось официально присоединить эти земли, но отношения между правительством и местными кланами все еще остаются напряженными. Вот, друзья, невероятная красота. Это Хайберский проход, вот та самая трасса, которая соединяет Пакистан и Афганистан. Она стратегически важная, потому что она соединяет Пакистан с Ираном, с бывшими советскими республиками. Соответственно, это наземный путь в Европу тоже, в том числе. За эту трассу всегда шла борьба. До 1947 года здесь, на территории Индии и Пакистана, была Британская Индия. Британцы захватили и всю территорию современной Индии, и всю территорию современного Пакистана. Но не смогли захватить только этот клочок земли в горах, только зону племен. Потому что люди не позволили. И они настолько сильные, что не было никаких шансов. Им пришлось договариваться с местными жителями, с племенами о том, чтобы разрешили проезд по этой трассе. Взамен на то, что они смогут продолжать жить по своим правилам, не подчиняться законам государства, вершить свои собственные племенные суды. Сейчас попробую телефоном хотя бы вам немножко снять, потому что нормально снимать на камеру мы не можем здесь. Я могу только вот так крутить телефоном, якобы просто держу его в руках. Наш гид будет комментировать мои слова. Они будут работать и жить по своим законам. Они будут лучше умирать, чем слушать другим. Друзья, мы сейчас проезжаем возле последнего поста полиции перед началом так называемой зоны племен. Камера снимает незаметно. До 2018 года эта зона не контролировалась правительством Пакистана. Здесь не работали законы. Здесь не могла работать армия, полиция. Здесь не работали юридические законы, суды. То есть здесь все решалось по законам племен. А сегодня это все работают, эти правила? Да, работают. Могут приговорить их к смерти? Все это зависит от нарушения. И там украсть, и там про религию, что-нибудь. Это смертная казнь, а? Стоп, они даже потом не спрашивают свидетелей. На момент съемок Афганистан еще не был захвачен Талибаном. И мы в сопровождении пакистанской армии под охраной смогли попасть в ту самую зону племен, на приграничную территорию. Вот, друзья, въезжаем в зону, в которой можно появляться только на свой страх и риск. Мы заезжаем по специальному разрешению в сопровождении вооруженной охраны. Впереди горы, это уже Афганистан, за этим хребтом. Вот эта территория, которая в 2018 году формально была присоединена уже к Пакистану, и здесь якобы работают законы Пакистана, на самом деле они работают лишь условно. Потому что здесь происходят неимоверные вещи. Недавно сюда завезли иностранцев в тонированной машине, примерно так же, как и нас, только без сопровождения. Их захватили в плен только за то, что кому-то показалось, что в кадр попала девушка, которая стояла на крыше. Друзья, эта территория на самом деле очень болезненна для каждого из нас с вами. Большинство из нас помнит, у нас много ветеранов афганцев. И вот когда шла война в Афганистане, именно здесь, вот в этих местах, где я сейчас еду, мне даже больно об этом говорить, именно отсюда уходило оружие и выезжали люди, которые убивали советских солдат, убивали украинцев. Это все в прошлом, но память осталась, поэтому здесь вообще не надо говорить, откуда мы приехали, потому что практически у каждого человека в этой войне кто-то погиб. Они помнят об этом, они не забыли, поэтому Советский Союз здесь ненавидят. Важно подчеркнуть, что очень большая часть местного населения не знает о том, что у нас уже давно попрощались с коммунизмом и советской властью. Есть пуштуны, которые не следят за изменениями в других странах и до сих пор считают людей из всех стран постсоветского пространства своими врагами. А с врагами здесь не церемонятся. Вот, итак, что может здесь произойти в зоне племен? Первое, нас могут просто расстрелять. Просто потому, что мы иностранцы, просто потому, что тем более, особенно мы с охраной и с военными. Это правда? Вообще правда. Они, если нас стреляют, когда мы из другого города приезжаем сюда.
видел вообще подарок. Они просто сказали, да, мы сегодня убили какие-то белые люди, и все. Вот. И они будут отмечать этого. Отмечать как праздник? Да. Нам с Аней не верится, потому что ну, нас в Пакистане хорошо принимают. Вот чем эта зона особенная? Почему здесь, именно здесь так? Мы не верится, потому что в Вене билет тут 10 или 5 лет назад. А что было бы 5 лет назад, если бы мы так ехали? Либо километр бы не проехали. Либо ракета, либо подпик. И мы бы уже не были вообще. Вот серьезно. Земли пуштунов не раз оказывались в центре столкновений между самыми разными армиями. Британцы, афганцы, советские солдаты, американцы, талибан. Кто только не воевал на этих землях. Хайберский проход через горы – ключевое и стратегически важное место, которое все пытались взять под контроль. Но местные племена не отдавали свой дом и дорого платили за это. По данным СМИ, только с 2001 года здесь погибло около 1100 племенных старейшин и множество простых людей. Сколько точно – не знает никто. С тех пор у местных выработалось четкое понимание. Чужаки – значит война и смерть. Убей первым, пока не убили тебя. Я перечисляю версии, которые я знаю, ты будешь говорить только правда это или нет. Взорвать. Кинуть гранату. Очень. Смертник. Подбежал с поясом, взорвался. Может быть. Билетик. Ой, господи, друзья, смотрите, в каком мы месте едем. Это горный аул. Особенно осторожно идут женщины. Опусти камеру, опусти камеру. Снятая женщина – это смертный приговор в этом месте. Это просто конец. Друзья, то, что вы видите, это уникальные кадры. На самом деле, это невозможно повторить практически. Сюда невозможно заехать просто так. Сюда не может попасть иностранец. Большинство журналистов на планете не могут попасть сюда. Но не все пуштуны воевали против чужаков. Некоторые использовали их для своей выгоды. Во времена британского правления среди самых грозных и успешных военных подразделений был отряд пуштунских наемников, которые охраняли Хайберский перевал от афганцев. Именно поэтому подразделение получило название «Хайберские винтовки». Они участвовали в нескольких войнах и стали настоящей легендой среди солдат. Многие называли пуштунских воинов лучшими стрелками в мире. После того, как Пакистан получил независимость, хайберские винтовки присоединились к армии. И сегодня первый штаб этих воинов стал настоящей гордостью не только пуштунов, но и всего Пакистана. Именно туда мы и направляемся. По сути, друзья, это один из немногих или единственный островок безопасности в зоне племен. Вот мы видим горы, вот там Афганистан, а вот здесь первый блокпост, построенный при британцах на территории зоны племен. И сегодня это музей, здесь сохранились уникальные реликвии. Самое главное, чем гордятся в этом музее, это комната, оборудованная специально для принцессы Дианы. Когда она приезжала сюда с официальным визитом, ей разрешили остаться в зоне племен ночевать. И специально для нее оборудовали вот эту комнату. Это холл. Здесь уже современная мебель, этой мебели не было. В начале 90-х, когда приезжала Диана, но когда она узнала, что ее комнату сделают музеем, она прислала оригинальный автограф. И телефон приехал сюда из ее дворца. А вот самое интересное, это спальня. Здесь оригинальная кровать, та самая, на которой в 91-м году спала принцесса Диана. На самом деле сюда, в это место, приезжало очень много президентов, премьер-министров и руководителей самых разных стран. Потому что этим местом гордятся и пытаются показать, что зона племен безопасна. Вот, друзья, уникальная фотография, сделанная 2 ноября 1925 года американским фотографом, который должен был по плану запечатлеть запуск первого поезда, который будет соединять Пакистан и Афганистан. Но, учитывая технику в то время и учитывая человеческий фактор, фотограф опоздал, не успел подготовиться и снял в итоге только 2 вагона последних. Хотя по плану здесь должен был быть на этой фотографии весь поезд во всей красе. Внимательно посмотрите, как в то время выглядела зона племен. Мы можем увидеть ту самую дорогу, стратегически важную, по ней идет караван. Со времени, когда сделали это фото, прошло почти 100 лет. Насколько зона племен изменилась за это время, можно увидеть своими глазами. Та самая дорога. Как и на фотографии, ничего не изменилось. Только дорога стала асфальтированной, а застройка стала очень-очень плотной. Вы сейчас видите уникальные кадры. Мы видим пеший переход между Пакистаном и Афганистаном. С
Здесь же можно понять, почему ситуация так кардинально изменилась и стала безопаснее. Граница с Афганистаном проходит в основном по горным хребтам. То есть фактически границы здесь не было. И люди могли пешком, либо с использованием лошадей, верблюдов, ходить туда-сюда. Тогда здесь было действительно смертельно опасно. Но в 2018 году границу решили закрыть и поставили металлический забор двойной по всей границе, по всему периметру. То есть Пакистан отделили от Афганистана физически. И только после этого у нас, например, есть возможность сюда попасть. Несмотря на все те моменты, которые я рассказывал. Но еще 5 лет назад себе невозможно было представить, чтобы я здесь находился. Остается только надеяться, что со временем эти фантастически красивые места можно будет увидеть без риска для жизни и военного конвоя. Постоянные конфликты в этом регионе и необходимость защищать свой дом сформировали суровую и воинственную культуру пуштунов. В этих краях сила стала основной чертой мужчины, а оружие – его главным атрибутом. Это можно ощутить, даже просто прогуливаясь по пуштунской столице – Пешавару. Слышите, друзья? Вот по этим выстрелам можно догадаться, где мы. Вы никогда не поверите, но мы находимся на улице, где находятся семейные мастерские по изготовлению фейков любых типов оружия. Хочешь Беретта, хочешь Глок, хочешь Калашников, все это делается в этих ангарах. Делается семьями с участием детей, и подделать здесь могут абсолютно любой тип оружия, который только существует на планете. Оружие здесь делают исключительно на продажу. Этот товар в принципе популярен не только у пуштунов, а практически во всем мире. Каждый год на планете продается оружие более чем на 90 миллиардов долларов. И это только по официальным данным. Сколько еще реализуют подпольно, трудно даже представить. Сегодня мы увидим, откуда именно берется оружие на прилавках как белого, так и черного рынка. Мы идем на настоящую фабрику смерти. В самом сердце пуштунской земли. Основной вид ее деятельности – легальное производство копий самых популярных видов современного оружия. Эта традиция появилась очень давно, еще с британских времен, когда, получив в руки новое британское оружие, его здесь пытались подделывать. И иногда даже копии получались не хуже оригинала. Сейчас мы посмотрим, как эта традиция продолжает жить сегодня. Ведь оружие для пуштунов – это часть культуры, и это, можно сказать, их генетический код. Вот одна из самых известных мастерских. Ассаламу алейкум. Уникальный шанс, друзья. Мы вам сейчас покажем то, во что сложно поверить. Ассаламу алейкум. Меня Дима зовут, вас как? Инаид Ула. Ой, господи, стреляют. Это вы проверяете оружие? Да. Привет, мужики. Кого точно не ожидаешь встретить в оружейных мастерских, так это детей. Но они здесь есть. И по местным обычаям это вполне нормально. Управляться с оружием пуштуны учатся еще с малых лет. Вы тоже здесь работаете, да? Да. Как зовут? Абид. А ты привык уже к этим постоянным выстрелам? Да, привык уже. Абид, сколько тебе лет? 15. Я пока еще не привык, вздрагиваю. 15 лет, а ты какую часть работы делаешь? Собираю пистолеты. А ты какую работу делаешь? Я только учусь. Интересно посмотреть, как это все устроено. Покажите, как это... Ничего, я привыкну. У вас все так новички пугаются, когда приходят и слышат выстрелы? Да, бывает немного. Пойдем, я тебя проведу. Итак, друзья, у нас с вами уникальная возможность посмотреть, как делается оружие вот таких кустарных мастерских. Посмотрите, целый склад ружей, явно сохранившихся со времен британской колонии. Сделано в Пакистане, написано. Мы с вами прекрасно понимаем, что, скорее всего, каждый из этих стволов убивал людей. Тут целый арсенал. Я просто вижу здесь смерть. Я вижу сотни тысяч смертей, потому что каждая из этих ружей убивала. К большому сожалению. Ассаламу алейкум. Как вас зовут? Азам Хан. Почему здесь так много старого оружия? Это мы уже очень давно купили. Восстанавливаем их на продажу. Вас зовут как, молодой человек? Аднан. А что за ружье вы чините? Покажите мне. Это американское. 1886 год. Смотрите, друзья, маркировочка. А какое самое старое из тех, что попадали к вам сюда? Вот, это наше самое старое ружье.
Ему 250 лет. А где вы это все берете? Купили в соседней стране. Это все куплено в Афганистане. К большому сожалению, здесь чувствуется дух и запах смерти, потому что это оружие с войны. Для пуштунов старое оружие, как ретро-автомобили для кубинцев. Очень ценная и статусная вещь. Его бережно восстанавливают и готовят к продаже коллекционерам. А что это вы несете испытывать? Винтовка. Редкий экземпляр. 1944 года. Советское оружие тоже попадается. Вот, смотрите. Причем, видите, со штыком. Состояние как новое. Заряженное. Только здесь вот так вот дают. В руки заряженное оружие. Господи, держите от греха подальше. Боюсь я в руках заряженное такое держать. Пойду гляну. Чё себе! Вот это да! Вот это звук! Аж эхо! Громко! Да. А как ты без наушников так? Привык уже. Это вы восстанавливаете, да? Да, это оригинал. Оригинальное оружие, можно сказать, эксклюзив на этой фабрике. Основной вид ее деятельности – производство копий самых популярных видов современного оружия. И масштабы производства тут поражают. Это двухэтажная фабрика. Десятки комнат. Работают сотни людей и круглосуточно делают оружие. Работа разделена на множество этапов. У каждого цеха своя задача и своя специфика работы. Как вас зовут? Мухаммед Ула. Итак, друзья, вот самый первый начальный этап рождения пистолета. Вот есть кусок алюминия. Просто прямоугольный брусок. Именно из него будет сделано два пистолета. Сперва нужно разметить. Просто обычный трафарет, наподобие тех, что мы использовали в школе. Дальше с помощью станков заготовки вытачивают по разметке. Никаких сложных технологий и сверхточных измерений. Все подгоняют буквально на глаз. Токарные станки самые обычные. Ну его достаточно для того, чтобы производить 1000 единиц оружия. О, вот, все, есть. А вот еще тепленькие две заготовки. Вот, только что мы видели брусок. Теперь его распилили, и есть две заготовки. На свет появляются пистолеты, настоящее оружие, способное стрелять, способное убивать. Это будет турецкая зигана. Это оригинал, да? Да. Вот, друзья, основной принцип, собственно, появления оружия здесь, в Пешаваре. То есть берется оригинал, разбирается на запчасти, и все эти запчасти копируются, делаются клоны. Станок начинает работу. Я прикрываю глаза. Просто чтобы стружка не попала. Таким образом, нужная толщина придается этому бруску. А сколько всего этапов производства оружия? Вот начиная от бруска до готового пистолета. Над каждым пистолетом работает от 8 до 15 человек. Каждый на своем этапе. Сколько вы лет уже занимаетесь этой работой? 35 лет. Раньше я работал в зоне племен, а теперь здесь. А в зоне племен теперь нету рынка? Закрыли уже? Не закрыли, но часто отключают свет, поэтому удобнее работать здесь. Вам нравится ваша работа? Нравится. Меня с детства этому обучали. Делать пистолеты у меня в крови. Вот, дальше эти заготовки отправляются вот сюда. И в дело вступает другой мастер. Здравствуйте, как вас зовут? Имран. Какая ваша часть работы, Имран? Я придаю форму пистолету. Результаты работы Имрана на виду. Смотрите, десятки заготовок. Вот они, будущие пистолеты. Их шлифуют, придают форму. Это конвейер. Сколько за день вы обрабатываете вот таких форм? За день по-разному бывает. Но за неделю получается 40-50 штук. Вот так, друзья, кипит работа в цеху по производству оружия. Такой, скажем, понятным для нас языком. Гаражный кооператив, в котором делают любые типы стрелкового оружия. То есть, грубо говоря, если я сюда привезу наш пистолет украинский, оставлю его вам, вы его разберете и сможете делать точно такие же, да? Да, мы можем скопировать любое оружие. Наш народ занимается этим еще со времен британской колонии. Оружия было много, и пуштуны просто доставали британское оружие. Ну, убивали кого-то, забирали оружие, разбирали на части и копировали. В некоторых случаях я знаю, что от оригинала не отличить. Да,
ты даже не сможешь заметить разницу. Я так понимаю, у вас американец оригинальный есть один-единственный. И тысячи подделок делаются уже на основании вот этой базы. Да, нам достаточно одного, чтобы сделать 100 тысяч копий. Ассаламу алейкум. Я в основном видел тут молодежь, а вы человек взрослый, видно, опытный. Да, я работаю с 75-го года. Раньше был в зоне племен, теперь здесь. То есть большую часть жизни вы посвятили изготовлению оружия? Да, мой отец и дед этим занимались. Это фамильная традиция. Я люблю это дело, потому что для пуштуна оружие – это гордость. У мужчины обязательно должно быть оружие. Я не могу сказать, почему так, но это наша традиция. По разным данным, с начала 20 века войны забрали жизни около 80 миллионов человек по всей планете. Эти цифры ужасают. Но для жителей приграничного региона в Пакистане оружие – это обычная вещь, которая есть в каждой семье, и особенно у каждого мужчины. Пуштуна без оружия никто не будет уважать. Поэтому оружие есть у каждого. И часто не по одному, а сразу несколько стволов. Это оружие должно быть дома? Оно должно быть в машине или всегда при себе? Как у самурая меч? Дома обязательно. А у кого есть разрешение, те носят еще и с собой. Есть такое, что если пистолета у тебя нету, то ты как бы неуважаемый мужчина? Не может быть такого, чтобы у пуштуна не было оружия. Хоть это бедный человек, хоть богатый, оружие есть в любом случае. У вас свой пистолет, какая модель? У меня ТТ. Вот оно. А можно вопрос ко всем? У всех есть оружие? У каждого из вас? Да. У меня ТТ. И у меня. У меня тоже ТТ. А у вас? Турецкая Зигана. У меня АК-47 и ГЛОК. Почему у всех ТТшки, а у вас у одного Калашников и ГЛОК? У каждого свой вкус. Мне больше нравится Калашников. Оружие для местного мужчины – обязательный атрибут. Пуштун должен быть с оружием. Это традиция. Ух ты! Это Вальтер, 22-й калибр. Держите. Магазин. Проверяем. Безопасность прежде всего. Глядя на этот пистолет, никогда не подумаешь, что он сделан вот в такой кустарной мастерской. Вот это еще круче. 30-й калибр. Так, вот он. В масле еще весь. Совсем новый, да? Да, только сделанный. Сколько нужно времени вам, чтобы сделать такой пистолет здесь? Один день. За день делается пистолет вот такой. А Вальтер, который мы смотрели, сколько дней делается? 3 дня. А вот как раз идет процесс работы. Ассаламу алейкум. Как вас зовут? Вакас. Что вы сейчас делаете? Шлифую верхнюю часть пистолета. В это сложно поверить, но это обычная наждачная бумага. Тиски самые обычные. Здесь написано, что сделаны в Англии. У меня тоже были такие советские. Напильники самые разные. То есть инструмент нехитрый. И причем, посмотрите, каждую бороздочку, каждую детальку, все это делают вручную. Как много лет вы уже занимаетесь этой работой? 12 лет. Сколько вы сделали пистолетов за свою карьеру? Таких, как этот, 3-4 тысячи сделал. А всех вместе уже даже и не посчитаю. А сколько вы получаете за свою работу? Зависит от того, сколько пистолетов сделаю. Но в среднем получается 8-10 тысяч. Друзья, представляете, месячная зарплата человека, который производит оружие, $50-60 в месяц. На фабрике много комнат, в каждой из которых кипит один из этапов работы по изготовлению оружия. Ассаламу алейкум! Это будет ТТ? Нет, это будет 30-калибровый. Подождите, а вот это ТТ, да? Нет, это тоже 30-калибровый. Да что вы мне рассказываете, это ТТ? Мужчина, извините, здравствуйте. Скажите, это ТТ? Да, это он. Это английское название. У нас его называют 30-калибровый. То есть, видите, здесь вот под именем ТТ этот пистолет не знают, но я сразу узнал. Пистолет знаменитый, стоял на вооружении очень многих спецслужб в Советском Союзе. ТТ-шка – это один из самых дешевых пистолетов, который может себе позволить практически каждый житель Пакистана. Мы узнаем потом в магазине, сколько он стоит. А здесь что происходит? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Как зовут? Хамза. Это тоже ТТ, да? Да. А почему ТТ самый популярный? Потому что он небольшого размера, но стреляет очень громко и мощно.
посмотрим на коробочку от этих пластиковых накладочек. Китай. То есть, получается, китайцы делают вот такие накладки для того, чтобы в Пакистане делали поддельные ТТ. Дальше берется металл. Из любого металлолома тут могут сделать полную копию. Господи, как же они громко стреляют. Любого пистолета на планете. А скажите, вот вы сейчас работаете без чертежа. Вы что, помните и делаете на глаз? Я здесь работаю с 2007 года и собираю 3-4 пистолета в неделю. Все уже на память выучил. 3-4 пистолета в неделю делает вот только один сотрудник. Сколько всего у вас на фабрике людей работает? Где-то 350 человек. Каждый делает в неделю 3-4 пистолета. Как я и говорил, здесь их производят в Пешаваре десятками тысяч каждый месяц. Самых-самых разных. Это только небольшая часть убийственного товара. Оружие производят по всей стране. И не только в таких гаражных фабриках, но и на больших современных заводах. Пакистан продает свое оружие в более чем 40 странах мира и зарабатывает на этом десятки миллионов долларов каждый год. Сколько всего оружейных заводов в стране, сказать сложно. Это секретная информация. Но по данным неправительственных организаций, пакистанских мощностей оказалось достаточно, чтобы превратить страну в одну из самых вооруженных в мире. На руках у населения находится около 44 миллионов единиц самого разного оружия. От пистолетов и автоматов до пулеметов. Часть из них не зарегистрирована. Чтобы носить огнестрельное оружие, пакистанец должен получить разрешение. Вот такая книжка. Периодически разрешение обновляется. То есть это официально. Но получить разрешение просто. У нас, например, обычный человек не может купить пистолет просто для самообороны, нет. А у вас какой повод может быть? В заявлении мы пишем, что живем в опасном районе, и нам нужно оружие для самообороны. А, то есть, в принципе, это несложно. Достаточно иметь паспорт, прописку и сказать, что я чувствую опасность. И все, и тебе дают разрешение. Да, без проблем. У каждого второго пуштуна под шеврал камисом есть пистолет. В меня вот уже 4 раза стреляли. Но это были враги из другого поселка. А, то есть, это решался какой-то бытовой спор или что это было? Те люди хотели отнять мою землю. Из-за этого была перестрелка. Я уже 30 лет делаю оружие. Это плохая работа, это зло. Я уже устал от этого. А почему вы знаете, что оружие делать плохо, но при этом его делаете и сами используете, носите? Потому что это наша культура. И я только это умею. Другому меня не учили. Этот замкнутый круг, увы, не останавливается. Даже на этой легальной фабрике можно увидеть детей, которые, как и их отцы, вместо школьных предметов осваивают эту страшную профессию. Это все сотрудники. Они тоже выполняют все типы работ. Что-то очень интересное здесь происходит. Ассаламу алейкум. Что вы делаете? Собираю магазины для М-16. А пули делаются здесь или нет? Нет, в Лахоре. Производство разбросано по стране, не только здесь. Фантастика, подумать не мог, что американские патроны могут делать вот так вот в кустарных условиях. А здесь пакуют магазины. И вот видите, здесь можно увидеть целый мешок. Вот. Сколько вы в месяц зарабатываете тут? 22 тысячи. Где-то 130 баксов. Хватает на жизнь? Не хватает, конечно. У меня 5 детей и 1 жена. Но что поделаешь? Как-то выкручиваемся. Пусть вас бережет Бог, пусть вас бережет Аллах. Друзья, конечно, очень смешанные чувства, очень грустно на все это смотреть. Это фабрика по производству смерти. Это фабрика, где люди для того, чтобы прокормить своих детей и зарабатывая по 50, 100, 150 долларов в месяц, каждый день делают то, что несет трагедии, горе, убийство, смерть. Ай, кошмар. На удивление, процесс создания оружия достаточно простой. Никаких супертехнологий для этого не нужно. Мы подходим к цехам финального этапа производства. Вот, друзья, после того, как в цеху вручную мастера сделали все запчасти, внешняя оболочка красится, чтобы пистолет был красивым. Здесь мы красим только в металлик и черный. Мы опускаем пистолет в кипящие химикаты на 1 час. Они его и красят. Это черная краска. И вот видите, на проволочке туда погружают части пистолетов, потом охлаждают в воде и вешают подсушиться.
Свеженькие, только что сваренные магазины для пистолетов. Вот они. Здесь есть даже отдельный цех, который занимается эксклюзивным дизайном оружия. Тоже покраска корпуса, внешней части. А чем отличается покраска в этом кипящем жбане от вот такого типа покраски? Там может быть только два цвета, а здесь любой. Но там долговечнее намного. А вот я вижу, даже золотой пистолет висит. Это кто-то заказал, чтобы хвастаться? Да, это особый заказ. После покраски пистолеты отправляют на сборку. Когда уже все подогнано, покрашено и готово к сборке, здесь из десятков запчастей собирают готовый пистолет. То есть вы, собственно, тот мастер, от которого уже продукт выходит готовым. Да, так и есть. Вот корпус, две основные части. Но все же это нужно начинить. А начинка, она вот. Вот эти все запчасти. Сколько у вас уходит на сборку пистолета? Мы здесь делаем каждый по два пистолета в день. И это вы потом идете их испытывать, да? Да. Каждый сам проверяет то, что собрал. Дальше нам остается с вами увидеть только, собственно, как пистолеты испытывают прямо здесь. Не случайно мы все время слышим звуки выстрелов. Здесь есть свой фабричный тир, потому что то, что изготовлено, нужно проверить. Видите, песок. А вот человек пришел испытывать оружие и прямо здесь в тире стреляет в песок. Ох, громко! Работает хорошо? Отлично. Теперь я проверю свой. А вот сейчас очередное испытание, наш знакомый уже. Ох, как громко! И вот такие выстрелы тут целый день. Ты когда проходишь километры отсюда, ты слышишь стрельбу. Вот еще. О, горяченькая гильза. Вот так вот, друзья, это реалии Пакистана. Это ежедневная жизнь Пешавара. Вот так здесь производят и копируют, и испытывают любые типы оружия. Здесь возле тира просто невозможно находиться, не прикрыв уши, потому что такой грохот стоит. Кстати, хороший способ протестировать наушники, насколько у них хорошее шумоподавление. Ну что, сейчас посмотрим. Слушайте, действительно, уже не бьет так по барабанным перепонкам. Класс. Ух ты, вот еще мужчина пришел на проверку. Я сразу закрываю уши. Как, хорошо работает? Нормально? Да, все хорошо. А вы видите, он даже не останавливается. Здесь идет рабочий процесс. То есть он подошел, отстрелял магазин и убежал. И лично директор наблюдает за процессом всегда. Здравствуйте. Получается, в процессе изготовления идет подгонка, да? Да, это чтобы мы были уверены, что пистолет на 100% рабочий. И у клиента не будет с ним проблем. Основные заказчики это кто? Это оружейные магазины? Наши основные заказчики – магазины, которые официально продают оружие в Пакистане. Иногда заказывают и международные компании. Например, на продажу в Ливан, Италию или Южную Африку. Когда пистолет готов, его заворачивают в пакетик, оборачивают резиночкой вместе с магазином и даже наносят тут надпись «Сделано в Китае». Маузер почему-то. Хотя это ТТ, сделан он в Пакистане. Это в таком виде он отправляется уже в магазины, да, дальше? Да, готов к продаже.